Итак, дорогие друзья, всем привет! Ну что ж, путь 30 тысяч продолжается. До конца сезона осталось 20 часов. Я за эти 20 часов апну максимально сколько могу. Ну, сколько смогу. То есть приходите сегодня на стрим, будет сегодня очень дикий пуш. Я хочу до конца сезона преуспеть. Конечно, 30 тысяч я не смогу, но вот сколько узнаете в конце сезона. А пока, на данный момент, я побью свой новый рекорд. Я апну, сейчас, надеюсь, на видос 26 тысяч трофеев. И помогут мне этом Ростислав и ДДНЛ. Здорово, здорово всем. Всем привет. Я, конечно, очень хотел это сделать в соло ШД. Там очень классная карта, все ли ничего. Но пацаны отговаривают меня вот всем, вот всеми возможными силами, что, ну, будь ты натуралом, будь ты, иди, играй 3 на 3, типа, ну, а ШД-то в крови, ШД-то в крови. Ну да ладно. Итак, подписчики, чтобы было более хардкорней, мне надо, на самом деле, поднять, ну, совсем ничего, там, 45 кубков. Но чтобы было хардкорней, я возьму самого, короче, самого непредсказуемого персонажа в этой игре. Для меня. Это Мортис. Чтобы усложнить ситуацию. Я надеюсь, мои напарники готовы. Я жду отмашку и нажимаю в бой. А чё они молчат, я не знаю. Так, погнали, Ваня, блин. Я говорю, я жду отмашку, они молчат. Поехали, конечно. Поехали, давай. Итак, дорогие друзья, поставьте лайк, если вам интересно, чтобы я закончил этот пуш. Ну, 30 тысяч. Конечно же, я продолжу в следующем сезоне, но я очень хочу, чтобы вы поддержали меня. Видели, как я на Мортисе быстрее Розы забрал кристалл? Блин, а я мидер или нет? Кристаллы будешь забирать? Не-не-не, ты на фланге. Мне нельзя кристаллы забирать, тю, блин. Не, давай я роз на розу, а ты налево пойдешь. Ну ты вообще по всей карте бегаешь, как я посмотрю. Ну капец, я хотел, короче, главную роль в этом сериале сыграть. Ну, в принципе, можешь подбирать, если ты не будешь умирать. Если прям по хардкору. Я умирать хочешь. Не буду. А, ну все, тогда я можешь Мортис. Подбирать гемы. Так ты же уже сдох. Ну так вы же мне не говорили до этого не умирать, правильно? А, ну хорошо, ладно. Не, на самом деле я умирать собираюсь. Так. А, она не сдохла! Понимаю. Понимаешь? А вот Мортира убила. Отлично, отлично, отлично. Так, теперь, ну-ка, я лучше подберу. Мне как-то так полегче. Опа, еще. Не ссыте. Все нормально, все нормально. Тихо, тихо. Да не, эту катку мы затащим. Да, очень легко, очень. Ну потому что, блин, отыгрываю. То, что Мортис. Как батька чисто. Оп, оп. Я не успел ультануть, так бы я их всех убил и такой бы. Ха! Да, да, да. Все мы знаем, как бы ты ультанул. Так. Ну 6 хп. Ваня, 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 я выпал. Гем можешь подобрать и все, у нас отчет. Ну подождите, я пока. Там Леон где-то справа. Я пока не готов. Ёлы-палы, подбери. Все, у Ростислава гема. Отлично. Блин, холдик один гем подобрал. Опять слился. Нифига себе. Последний гем не могу подобрать. Сейчас подберу, блин, все. Да. Сейчас, пацаны, настроить гитару надо. Не, ну ты нам гемы перетащил, реально. Да, я гемы перетащил, я, короче... Ты грузчик. Грузчик. Наконец-то, ну, короче, да, любыми справился. Способами вытягивайте мою никчемность. Итак, первая карточка, друзья, победная! 18 кристаллов мы собрали. Тупо, тупо отлично, тупо один. Так, хорошо. Плюс 8. Итого нам осталось еще... 37 кубков. Ну поехали. Кстати, как раз на Мортисе будет ровно 750, если апнешь 26. Нифига себе, ой, блин. У меня залагало. Ну, у меня 100%. Xiaomi топ свои деньги. Android Man. Лайк бана. Лайк Android Man. Да. Так, ну свой фланг я переиграл. Я тоже свой фланг переиграл. Хорош. А вот центр. А где наш фланг? А где наш третий, блин, фланг? Так, Ростислав, это ты? Нет, это бот играет. Нет, это бот. Я не могу зайти. Понимаю. Понимаю. Крутой. Мы играем с ботом, пацаны. Ну это полный хардкор. Дело имеем ты на Мортисе, мы с ботом. Это блин, это жесть. Еще и ДДНЛ.
Блин, не понял. Не понял? Да, я зашел. А, там кусты! Я думал, просто сейчас их разрежу всех. Ты зашел, да? Да. Отлично. Так, давай, вылетаю на них всех. Давай. Я не добил, потому что меня бы убили в любом случае. Ну, я сдох, но... А, не дотягиваю. Ну, ладно. Там мало хп. В принципе, если центр держим... Да, центр прям держим неплохо. Ростислав, блин. Спасай ситуацию как-то. Ну, камон. Надо Кроу как-то убить. Но, блин, у него на одну пичку урона. Да, только как я догоню-то, если ты, блин, в начале стоишь и ничего не делаешь? Пипяу. Это кто? Сорян. Короче, надо эту катку отыграть, чтобы вы ее не видели. Поехали. Вот так вот, все, вернули кубки обратно, поэтому то, что было до этого, можно вырезать с вашей памяти, к сожалению, нельзя. Ладно. Так, окей. Сделаем вид, что мы просто... Что у Ростислава не к Xiaomi. Да. Поехали. Сделаем вид, что у Ростислава iPhone просто залажал. Просто что-то с интернетом. О, Мортис на Мортиса. Просто смотрите, кто будет лучше Мортис. Я или тот, который напротив. Поехали. Окей, давай, посмотрим. Хоп, хоп, хоп. Хорош. Он сразу все понятно. Отлично. Просто почти понимаете, да? Уровень. Понимаю. Еще раз летит. Ну не, пацаны, Ваня, два раза молния в одно место не бьет, поэтому. Да. Ну как ты это сделал, Ваня? Ты прям на расстоянии его переигрываешь. Во, опять. Еще раз летит. Еще раз, смотрите, хоп, да ты что, просто. Звание лучшего Мортиса после этой игры. Так. Да ты что, просто летун, а не Мортис. У них упокой, что ли, вторая пассивка на дамаг или что? Почему она слила ульту, отлично. Так. Почему, блин, Роза боится сюда идти? Мортис опять летит, да ты прекрасный парень вообще. Понял, камертон. Ой. А, я сдох. Ой, боже мой. Переигрался. Да. Так, ладно. Нет, упокой первая. Понял. Ну если бы немножко поджали вы. Ну, в принципе, норм. Ну, я нормально сделал, да? Ну, более менее да. Мне хвалить, не надо вытягивать. Мне так проще. Окей. Блин, краса, вот это ты добил, вот такого. Блин, ну ты хорошо делаешь. Как ты это делаешь? Вау. Ай, хорошо. Научи играть на мортике, пожалуйста. Блин, пожалуйста, пожи. Сдоначишь, пожи. Хорош. Блин, офигеть. Просто. Вау. Старплеер твой, однозначно. 100%. Ладно. Ну я ж сказал же, офигеть просто. Да ладно, не стоит. Все понятно. Так, окей. Поехали. Итак, у нас остается, пацаны, 29 кубков. 29 кубков. Это 4 кат. Это больше. Ну да. Нет, почему 4? 4 на 8, 3 за 2. О, вот да, это поехали. Мортис на БК, вот это я понимаю. Вот это реальный хардкор. И вот смотри, как. Не, ну ты должен БК сразу на себя брать, контрить его, выносить под ноль. Вы сейчас, слушай, вы его сейчас без шуточек, да? Ну как бы вообще. Ну да. Ну как бы ты против БК, лол. Типа кто он, где ты, где он реально. Пацаны, как это работает? Ну это случайно. Я так понял, вы все БК берете, да? Так, я выиграл мистер Эпи. А если без рофлов, кого мне брать? Мистер Эпитеру. Да. Нелогично, блин. А то вы тут посоветовали мне, блин. Что вы тут советуете, блин? Ну что, пацаны, где похвала? Молодец. Так. Блин, надо было еще кусты ставить. А где этот бык? Не знаю. А, убил я его. А, фух. Хорош. Так, Тарсом гаджетом. Ой, меня стянули. Вижу. Блин, у меня и пингвины, и эти все агрятся. Давай я на пингвина. Ай-яй-яй, тут бы где-то. Да, вижу. Да. Ай, блядь. Зажимают. Блин, пипец они, конечно, да. Да, тупо втроём. Я перестал играть и сразу начало сложно.
Ого, ты 2 гема подобрал. О, 9 гемов. Да я шарю, пацаны, ну. Аккуратненько, смотрите, хоп, все, до свидания. Во-во-во, понимаю. Ой, будь лечить. До свидания. Тихо-т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 их
Фух, в один момент я уже представил, как будет залетать. Это было сильно, слушай, ну я знал, что будет интересно, потому что это Мортис. Осталось три каточки, пацаны. Поехали. Погнали. Но я буду еще играть, и на стриме еще играть, и до утра играть, и утром играть. Посмотрим, сколько апну в итоге в конце, но... В следующем сезоне должно быть 30 тысяч, не знаю. Я так надеюсь. Я и в этом тоже. 26к, на самом вообще... деле, мне... достаточно хорошо. Больше хвалить. Тебе на Эмс надо, ты Эмс. Нет, я думал, на самом деле, ты дольше будешь его брать, нежели чем за второй, получается, сезон. Что, в следующем сезоне не апнут 30 тысяч? Да фиг знает, но вообще можешь так-то. Особенно если обнову, блин, выйдет. Нет, ты говоришь, перс. Дольше буду апать это. Нет, я говорю, думаю, что ты дольше будешь. Я думал, тебе даже 25-26к будет тяжелее тебе. Я так думал. А так, на самом деле, идешь неплохо. Ну да. Это не туда зашел немного, джойстик. На свой район. Так, я пойду направо в любом случае. Я просто... Не могу же через центр пройти. Так, ты сдохнешь? Ну, да, зато я убил тарелку. Так, где тут Джесси? Отлично, так, я убил Джесси. Розу надо на Розу накинуть. Роза толпой слева. И просто бить ее. Так, я уж гем тогда буду выбирать. Как-то так поспокойнее будет. Так, блин, Ваня! Ну блин, а шо если она меня бьет? Действительно. Так, ну нормально, на турель слива вообще в никуда. Это хорошечно для нас. Давайте, прессуем, ребята! Ну, блин! прессовали и прессунули кому-то. Охренеть, да прессовались. Гоу, last push. Последний шанс. И все у Розы, да? Да, почти. И у Эмс ульта, пипяу. Тут вообще Unreal. А может мне Эмс взять? Возьми. А Мортис на миду. Давайте, как будет оставаться последняя катка, чтобы вас не томить, это уже 12 минут идет ролик. Так, нормально. Это, конечно, не последняя катка осталась, но тем не менее, мы хотя бы компенсировали тот проигрыш победой. Все. Теперь, получается, нам осталось две каточки, пацаны. Мы поменяли немножко мету, мы проиграли только из-за того, что Ростислав на этой пенни галимо играл. Теперь он взял Эмс. На Xiaomi, блядь. А, и на Xiaomi тоже. Мы ему дали нормальный iPad, мы ему дали нормального пенса. И теперь вообще просто море пока... Можно Мортиса на 800 апать, на 900, на 1000, да что уж там, 35-й ранг. Не, ну, это, конечно, я шучу. 1000... Думаю, слышь, 1250 для кого они нужны? 1500 будем сразу брать. Поехали. Опа, зеркало, опа. Зеркало. Ну, кроме петуха этого. Это, походу, кот с ними там играет. Окей. Я так понимаю, я на Розу, да? Да, да. Ты на Мортисе и на Кром. Ты контришь только Розу. Вот так вот, пацаны, видали? Так, законтрил вражеского Мортиса. Ой, тут... Блин, я думал, он там... Давай, зажимаем его, ДДНЛ. Давай. Зажимаем, я тупо его убил. Так, ну я ж, ты ж понимаешь, как бы. Бессмысленно. Я всегда на стрёме. А шо у меня так медленно копится этот? Ну вот так вот. Блин. Где-то Роза? Мне круто. Мне против Кроу очень можно, Эмс. Печально. Мне тяжело только против Кроу в плане того, что он меня чекает своим ядом в кустах. Почему до видоса я играю нормально, только врубается видос, пошла жара. Ну ты же болтаешь, отвлекаешься. Ну блин. Так ну... что, вы убили их? А, где ты лазишь, да, непонятно. Сюда. Не, я Розу не убью, что. Она улетела. Блин, ребята, надо как-то рассредоточиться. Вы, блин, да, на базе занимаетесь, это новый Мортис. Ну у нас на базе нет, Мортис держит. 19 хп. Так а как вы вдвоем не можете убить? Окей, поехали. Начинаем катку. Чистого листа. Там у Розы лоу хп. Да вижу, где-то. Да, ну а что сделаешь? Так. Отлично. Ой, да, Болдик отлично сделал, скажи.
Да, Колдик, отлично сделал. Колдик, блин, не слейся. Сделай еще раз отлично. Все, сейчас сделаю. Давай. Хапа! Так. Фух, как же хорошо закомбэчили. Ребятки, просто за такие каточки вы обязаны Луи Кусик подставить. Так, ну что, смотрите, как раз сейчас на Мортисе 25-й ранг будет. И ровно 26к трофеев. Ну что ж, поехали, давайте. Погнали. Надеюсь, затащим сейчас последнюю каточку. Блин, я так рад. На самом деле, да, я рассчитывал больше в этом сезоне, но опять же, еще не конец. Я еще сегодня днем и вечером, ну, посмотрим сколько в итоге. Ну, по чуть-чуть, так, по чуть-чуть. Ну, я такое чувство, что я в следующем сезоне 30к не апну, а уже на следующий. Хотя, опа, смотря, неужели нас узнали на видос? Снайпили? Да ладно. Заснайпили? Офигеть, да, прям заснайпили. Последняя катка. А, то есть заснайпили победу отдают? Да. Так все, вообще, я думал, заснайпили и сложные будут сейчас. Не-не-не, наоборот. Ну, ребят, вы видите, я ни на стриме никого снайпить не просил. Просто вот пацаны такие вот... ну, блин, за мной много кто наблюдает, и многие снайпят меня. Вот, поэтому... Спасибо им. Слушай, по-моему, у меня даже в видосе на спрауте то же самое. Последняя катка, снайп, и люди отдали победу. Но это не 30 тысяч, поэтому тут такого ничего сверхъестественного нету. Ну, заснайпили и заснайпили. Я как бы не буду сейчас молиться на эти кубки, а пойду пушить дальше. Просто для вас вот такой вот рекордик записал. А Кроу, я так понимаю, не с ними, да? Не знаю. Да, Кроу, но он поначалу стрелял, да. Мне кажется, он так чисто уж сливает. А гаджет мой набивает ульту? Нет, гаджеты все не набивают ульту. А, да? В этом их суть. Ну, типа, это же не пассивки. Они в два раза чаще падают. Даже пассивки не набивают. Типа, от этого. Ну, от Брока, да, например. Ну, да, да. Ну, как и пассивки, короче. Итак, делали, можно сказать. 5, 4, 3, 2, 1! Я так ждал этого момента, специально ничего не делал. 5, 4, 3, 2, 1. И все! Мы сделали это, пацаны. Чтоб вы понимали, я на данный момент уехал с города, живу не в городе, и стримить, пушить меня не получается, потому что, ну, я живу там в такой, ну, не деревне, ну, короче, от цивилизации, и там с интернетом траблы. Но я ради пуша вернулся на пару дней домой, дабы вот поднажать в конце сезона. Ну, поставьте вы за это хотя бы лайк. Ну, правда, ну, 26 тысяч для вас. Я думал реально забить уже, но нет, нет, я двигаюсь дальше, и у меня уже 26, пацаны. Я не буду говорить, какая моя цель до конца сегодняшнего дня, но приходите, я надеюсь, вас порадую. Я сейчас продолжу пушить и продолжим на стриме. 26 тысяч, пацаны! О, приходите на стрим, буду вас всех ждать. Супер. Мортиса на 800 апаем, спасибо. Ну, еще апать и апать, конечно. Но, не знаю, посмотрим. Все, всем до новых встреч, всем чао. Я пошел публиковать видос. Пока. Всем пока. Удачи.